Лишь только первые листки облетят с весеннего календаря, как все мы с радостью начинаем готовиться к встрече с поистине всенародным праздником прекрасной половины человечества. В преддверии этого замечательного дня, 8 марта, на прием к главе Славянского района Роману Синеговскому были приглашены женщины со всего района. И, конечно же, настроение этого праздничного мероприятия самое доброе и теплое. Ветераны труда и труженицы тыла, учителя и врачи, операторы машинного доения и рисоводы, экономисты, социальные работники, активные общественницы и многодетные мамы – все они пришли в районную администрацию на прием в честь Международного женского дня. Я от всей души всех наших мам, всех наших сестер, всех наших жен, всех наших коллег по работе, буквально всех наших женщин от души поздравляю с этим праздником. Желаю вам, конечно же, мира, добра, любви, радости, хорошего настроения, исполнения всех ваших желаний. Каждая из приглашенных была представлена. Все узнали об их профессиональной деятельности, семейном положении, чертах характера и увлечениях в свободное время. А о каждой из них можно долго говорить, не жалея самых высоких слов. Ради вас мы готовы на подвиг. А когда чувствуешь какой крепкий тыл, мы готовы делать подвиги раз и еще раз. Поэтому этот праздничный день, я хотел бы всех вас поздравить с этим Международным женским днем, пожелать вам крепкого здоровья, чтобы у вас всегда хорошее, крепкое мужское плечо было с вами, радости, тепла, уюта. Популярные славянские артисты исполнили для всех собравшихся прекрасные песни. Все они были о любви и, конечно же, о женщинах. Посланница небеса, да, ее я часто видел. С ответным словом выступила заслуженный учитель Кубани Галина Резник, которая прежде всего поблагодарила руководителей Славянского района за внимание. Нам очень приятно, что вы помните нас, цените нас, никогда не забываете. Поэтому мы вам желаем вот успехов в Славянском районе. Спасибо. Чтобы Славянский район всегда звучал. Затем состоялось награждение. Благодарственные письма за добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в социально-экономическое развитие Славянского района и в честь Международного женского дня и ценные подарки вручены всем приглашенным. Праздник весны, во-первых, это весна – это пробуждение, это тепло, это яркий свет, поэтому такая атмосфера весенняя побуждает работать лучше, чувствовать себя бодрее, не унывать и, конечно, шагать все вперед. Женский день. По-моему, женщины расцветают с двойной силой, совсем по-другому. Будет море поздравлений. Но, знаете, я хочу сказать, что я рада, что у меня трое сыновей. Они меня не обделяют вниманием никогда. Они каждое утро звонят, каждый вечер, желают мне здоровья, всего хорошего. Так что вот я, как мама, я окружена любовью детей сполна. Мы присоединяемся ко всем пожеланиям в адрес женщин города и района. Пусть прекрасное праздничное настроение ни на минуту не покидает их, и во всех делах им неизменно сопутствует удача. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».